Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Volkswagen Scirocco 2012 года выпуска, двигатель 1.4 турбо, DSG, передний привод. Пробег на автомобиле 70 тысяч километров, заменю на нем масло в двигателе, масляный, воздушный и салонный фильтр. Открываю капот. Открываю масло заливную пробку. Судя по табличке, масло менялось 18.07.18 года. Пробег был 63 400. Заливалось моторное масло 5W40. Я не пойму, что за масло. Но заливать сейчас будем оригинальное масло. Ну, здесь удобно, фильтр масляный сверху стоит. Вытаскиваю щуп. Масло цветом темненькое, хоть и пробег небольшой, получается чуть меньше 7000, но масло потемнело. Масло лучше менять каждые 5-6 тысяч километров на этом двигателе. Масло откачаю экспресс-заменой масла через щуп, а перед этим откручиваю масляный фильтр. Хорошо затянули. Наверняка закручивали ключом. Я уже столько провернул, еще достаточно не ослабился. Вокруг обкладываю тряпкой. Ну, фильтр стоял качественный, ман точно такой же, будем и устанавливать. Беру новый фильтр, также фирмы ман W712/94. Смазываю уплотнительную резиночку маслом. И закручиваю его на место.
Одену перчатки, с перчатками захват получше будет. Все, фильтр заменил. Также меняю воздушный фильтр. Берем Торкс. Торкс Т25 и откручиваем саморезы. Здесь у нас их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 саморезов. Выкручиваю. Саморезы открутил. Открываю крышку и снимаю фильтр. Что-то нижняя планка к фильтру приклеилась. Что произошло? Что-то клей потек. Очищаю его отсюда. Так, продую маленько. Затыкаю отверстие воздухозаборника. Вставляю на место планку. Беру новый воздушный фильтр фирмы Goodwill AG343. Вставляю его на место и заправляю резинку по периметру, проверяю. Закрываю крышку. И закручиваю саморезы. Корпус пластиковый, сильно тянуть не надо. Как правило, бывает достаточно пройтись рукой два раза. Воздушный фильтр заменил. Теперь подключаю экспресс-замену масла. Вот такая вот штука. И откачиваю масло. Откачал моторное масло. Беру масло, которое буду заливать. Оригинальное Г052-195. Залью сейчас грамм 200. И да, откачаю его из поддона. Для чего я это делаю? Во-первых, здесь с верхней части головки оно стекает вниз, и внизу оно со старым маслом перемешивается, и я его поднимаю.
видно, свеженькое масло. Все, это масло тоже откачал. Убираю. Канистра 5-литровая, вязкость масла я не сказал, 5W30, заливаю 4 литра. Так вот, если посмотреть, ровно канистра стоит, залил чуть меньше 4 литров. Сейчас закрываю крышку. И ставлю на место щуп. Запускаю двигатель. Глушу и даю маслу стечь. Ну а пока масло стекает, заменю салонный фильтр. Открываю пассажирскую дверь с правой стороны и снизу под панелью снимаем пыльник. Откручиваем два винта пластиковых. Один и второй. Так, номер закрепить. Теперь снимаем подпыльник. И сдвигаю крышку фильтра. Грязно тут. Вытаскиваю фильтр. Давненько не меняли. Новый фильтр возьму фирмы Filtron. К1111А. Фильтр идет угольный. И завожу его на место. Вставляю крышку в прорези вот в эти и задвигаем ее. Все, фильтр у нас установлен. Нижняя часть фильтра является прокладкой. Ставлю на место пыльник. И закручиваем на место пластиковые фиксаторы
на этом замену салонного фильтра я закончил. Иду проверяю уровень масла. Так, вытаскиваю щуп, протираю его. Здесь на щупе есть флажок и есть направляющий. Флажок в направляющую входит. Вот масло максимум. Да, максимум. Еще раз проверю. Да. Все отлично. Удивительно, но с первого раза попало. Здесь получается у меня литр остался в канистре. Если посмотреть, так вот, чуть больше литра. Ровно? Ровно. Да, чуть больше литра. На этом все. Замену масла в двигателе воздушного, салонного и масляного фильтра я закончил. Всего вам доброго.